Всем привет! Сейчас покажу рецепт, как готовить сладкие вкусные гренки. Берем стакан теплого молока. Молоко теплое должно быть, чтобы легче в нем растворялся сахар. И в молоко добавляем сахар. Сахара должно быть достаточно, чтобы гренки были сладкие. Можете регулировать по вкусу. Если вы не любите сильно сладкое, можете добавлять меньше сахара. Полностью растворяем сахар. Одно яйцо разбиваем. И взбалтываем вилочкой. Кусочек хлеба обмакиваем в сладком молоке и выкладываем на тарелку. Долго держать в молоке не надо, иначе хлеб просто раскиснет, вы его не сможете потом собрать. Сковородку разогреваем, добавляем сюда растительное масло. И на небольшом огне сейчас будем обжаривать. Хлеб вот так я переворачиваю, беру из-под низа. Он самый пропитанный, потому что сверху лежали другие кусочки. Вот так по два я буду делать. Вот для такого румяного цвета можно поджарить. Вот такие у нас получаются гренки. Они вкусные, сладкие, внутри мягкие, сверху хрустящая корочка. Давайте я разломлю, покажу вам. Кушать их просто сплошное удовольствие. Очень вкусно их есть сразу с молоком, можно с чаем. Дополнительно не надо даже ничем поливать, ни вареньем, ни сгущенкой, потому что они уже вкусные и сладкие. Приятного вам аппетита, кушайте с удовольствием и хороших завтраков.